Ну что, ребята, вторая прекрасная игра, где Ломака ебаный гений. Ну не трогайте меня, только тут. Я валяю. Добро пожаловать. Сегодня какие-то у нас азартные игры. Вот все, кто играют за зайчиху, все вот так иногда делают, понял? Но только вот не женщины, женщинам похуй. Вы помните, как мы все за зайчих сели? Я просто смотрю со стороны, у меня три типа вниз вот так смотрят. Я... На сиськи, что ли? Да. Тамар. У меня, кстати, 5 королев, сори. У меня... Давай. А у меня 4, это как? А я сейчас 2 кину. А мне я по одной буду. Он. Ты вообще хоть... Угу. Дама. Я пижу, а Гелет по одной. Кто ж пиздит? А еще, еще 2 дамы, Угу. Ну да, Тамара не пиздит. Кто-то из вас уже, ну, пиздит, Тамар. А почему тогда ты не нажала, что я пижу? Я по одной буду. Вот, типа, ты такой умный, потому что я тоже хуй вкидываю. Может, Ломака на втором пиздит? Ну да, мы закончились, блядь. Вы же понимаете? Конечно, закончились. А может, это байт? Нет. Лайер. Меня легко забыть. Вот, пожалуйста, смотрите, красная карта. Вот сейчас проверим. Да, блин! Ребята, пожалуйста, за здоровье шефчика. Бам! Спасибо, Тамара. Ах, ты все равно по-любому там сел. Давай теперь запустим. Нет. Ну что, мы на яйцах играем или нет? Как обычно. Two queens. One queen. Ты по одной будешь? Two queens. Две королевы держи. Погоди. Я скинул 2 королевы. Тома скинул 1 королеву. Плюс ты скинул еще 2 королевы. По-любому там одна наебная. Ну, пизда, потому что он. Думаешь, да. Твою мать! Но это не 2 королевы, я все просчитал, это кроме джокеров. Джокер. Да, забыл про джокера. А джокера тоже можно? Да, джокер за любую карту. Джокер это универсальное. Бля, я дебил, я же 2 короля вкинул. Прикиньте, я настолько в свой пиздеж поверил, что я подумал, что я реально вкинул 2 дамы, и за этого напиздел на лоскича. Бать, я и шаг просто. Ты красава, реально. Two kings. 2 короля. Угу. Вова, кстати, с первых всегда пиздит Тамар. Мне кажется, ты пиздишь на Вову. Ну, ты меня вообще не слушаешь, в принципе, никогда. А я вот не тебе могу по делу даже говорю. А я на тебя не могу. Это должен на Вова на тебя. Нет, ты... нет. Ты, если мне не веришь, то ты X нажимаешь. Я поняла, но я не могу не верить Лоскичу, правильно? Three kings. Это он тебе сейчас не поверит. Не понял, что ты сказал. Тоже не понял. Да. Мать, ты я не там? Могу объявлять его лжецом. Ой, да нужно его объявлять тоболом, блин. Я не могу по функционалу его только на словах. Лоскич, ты пиздопол. Не... А что-то... ты пиздополка? Нет. То есть 3 короля сейчас скинул просто так, да? Да. Я не понял, какой-то ход гения, блядь. Я ничего не понял. Блядь, ее прочитать вообще невозможно. Я не понимаю, что она несет. Она и не та. Я точно. Говорит, я что-то не могу выставить, что, блядь. One. Вот okay. Сейчас Лоскич походил, я по функционалу не могу сказать, что он набрал. Как ты это понял, блядь? Алло, а у тебя что там? Можно вопрос? Что у тебя за карты? Ты же сейчас хуй кинула. Один король я вкинула. А у тебя что, колода королей там? Ну, да. Там у меня много королей было. Я бы больше выкинула сразу, но... А сколько у тебя было королей? Можно. 5. Угу. Тут 6 максимум, Тамар, тут по 6 карт каждый. 5 королей было, да? 5 королей было, да ну. Вот сейчас 6, значит, у Вовы вообще не было королей. Блядь, я карту выкинул из-за таймера, я забыл, что здесь таймер, Вы чё за хуй несёте, блядь? У меня было, 2 короля. Значит, ты напиздела. Да она пиздит. А нахуй ты ей веришь тогда, алло, придурочный. Да я не поверил, я из-за тайминга выкинул. Это Лоскич пиздел, это Лоскич пиздел, у меня нет королей. Он лайер. У него не было королей. Я выкинул карту из-за таймера. Когда таймер кончается, он выкидывает, по-моему, нужную карту всегда. Бэ, идите нахуй, уебаны, с вами играть. Еще и чат такой, жми X, У меня было 4 короля и 1 джокер. Я выкидывала только королей. Получается. У тебя не могло быть 5 королей, Тамара, у меня было 2 короля. Ну, у меня было 4 короля и 1 джокер. А у меня 2 короля было, блять. А их 6 короче, всего. Короче, Лоскич пиздит. Так у меня... Ладно. Ходи давай. Одна королева. Чё, Вов, как тебе? Да нормально вроде лежу тут, смотри, Ломак. Могу рот открывать вот так.
Да, я тоже могу, давай. Опа, пимав на пиздеже. О, сука. А, я ж сказала. Опа, пиздун ты. Я тут выиграю, я тут выиграю. Что? Ебать, 0-1. Что на... Ноль ошибок. Что за подкрутка крольчихи ебачий? Давай такой суть. Я считаю, это даже не считается за игру, так раз. Согласен, это чисто разминочное было. Короче, я никому не верю, даже своему чату. Пошли все нахуй. Ой, блядь, да сейчас посмотрим, Тамара как будет кидать карты. Сейчас, блядь, ломак будет читать. Кстати, пробовали с ломака играть? Не, пока нет еще, вот первый раз. Но я еще чуть больше поиграл, чем ломак. Ломак вообще не поиграл. Было дело. Блин, Тамар, тут либо врать, либо не врать. Потому что ломак, он такой рандомный чел. Ну, и с ним тяжело, я тебе серьезно говорю. Ну, я буду ему правду говорить. Она пиздит. Liar. Хорош. Блять. Как ей переиграть? Давай, он сейчас опять первый сдохнет. Не-не-не, невозможно, невозможно. Ребята, а что, перезапустить в оркестре? Я просто все-таки, может, поиграю? Да не, нахуй. Три туза. Ага. Ну ладно. Боже, блядь. Одна королева. Ой, блядь! Ты попался, боже мой. Может, ты уже... Умом. Блядь. Долбоёб, а что я смеюсь? Фу, я молю, чтобы не с первого уехать. Ломак, как там играется тебе в спеках? Вообще кайф. Вообще круто, спасибо, что позвал. Ты сейчас в предыдущей игре, кстати, АФК сидишь. Кстати, кто смотрит на ютубе, зайдите к нам на твич, пожалуйста. Это мне на будущее обращение, кстати. А ты что, типа нарезки смотришь? Да, только у Рофлса. И у практически мамы. О, найс, понял. Так, получается, понятно. Получается, у нас дамы. Не, я ебал, короче, что-то. Мне так нравится вас заговаривать вообще в этом видео. Я когда кажется, у него не в России. Да тебе веришь просто. Теперь реально дама. Да иди ты нахуй. Я карты не посчитала. Ну мы будем аккуратненько, да, играть? Угу. One Queen. Как-то долго, Вова, думал. Аккуратненько, но как будто ты сейчас напиздел. Мне тоже кажется. Нет. А мне кажется, напиздел. А чё смеёшься? Да это тоже наеб... Ах ты сука, блядь. Ну ладно, хорош. Ну если я сейчас первый улечу... Ютуб должен передать привет Твичу теперь. Пиздец. Я реально переживаю на первый улететь теперь. А тут понял, со второй, с третьей, ну окей, со второй улетаешь, с третьей вообще никогда. Тузики, да, у нас? Угу. У нас сразу. Тузики у вас, да. Это что-то жирно как-то, братишка, тебе не кажется? Ты за, по-любому там джокер. Вряд ли он наврал. Да он наврал. Аккуратненько. Он и наврал как раз сейчас. Лосхич, скажи честно, наврал? Не узнаешь. Сони, узнаешь, он, если ты наврал, типа у тебя там две играющие карты, тебя смысла нет проверять. Но как будто бы у него нихуя там нету, поэтому... Я его проверю. One, ace. Ну он тебе сейчас кинет нормальную, значит. Давай, проверяй. Бля, ну он мне байтит на хуй какую-то, нет такого ощущения? Ну, я хз, блядь, он сейчас выйдет. Че ты думаешь? Ну, я думаю, что... Просто ты лоск чего больше, чем я, знаешь. Я хз, он первый раз играет так, но по улыбке он скинул в хуй, но как будто бы у него все карты хуя, то есть в этом плане было. Liar. Ну зачем помогаешь? То есть у него ни одного туза не было. Пиздун ты, пиздун. Ну зачем помогаешь? Вот мы и выяснили. Я, если что, я бы сейчас вышел без туза нахуй единого. Без единого туза я бы сейчас вышел нахуй. Я просто впервые от тебя вижу такой стиль игры, так Авилон играет. Но он что правду, что хуй вкидывает постоянно. Ладно, давайте по-другому поиграем. Что, пиздеть перестанешь? Да. Сейчас опять напиздит. Сейчас опять напиздит. Можно, мы тут играем все-таки. Нет, насмерть. Я не напиздел, Тамар. А вот это какая-то пиздобольская хуйня, бля, как будто. Нет, я вообще всегда по-честному не получается. А что карты палишь тогда свои? Подсчитываю, чтобы ваши знать. Угу. У кого-то из вас, значит, одна королева осталась. Потому что я три выкинула, у меня еще две.
у меня еще две королевы, и значит, у кого-то из вас одна. Я с чатом сейчас сыграю, потому что нужно женщину как-то контрить. Икс пишет. Пиздоболка. Чат, ёбаный, блядь! Её невозможно прочитать, я не знаю. Два из двух Джокера и Уэлфа. Пизда, блядь. Чат, это смерть на вашей совести, блядь. Ой, блядь. Ребят, я стоп раз проебал. А прикиньте, в реальной жизни так играют, так ты хуй знаешь, кто как играет. Это будет твоя последняя игра. Нихуя себе, с нулевой проверка. И чё, вообще не У меня опять не было ни одной королевы, если что. А у тебя опять королев, наверное, стреляйся, там, да? Стреляйся, 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 Дандон! Блять. Бля, как везёт у тебя. Бля, как везёт тебе, может, мне везёт? Везёт всем. Ну попробуй только ты пиздеть сейчас. Ну ты, он сейчас точно не будет пиздеть, потому что... Ну ты ж не будешь играть? Нет. Бля, чё вы думаете, ломак, ты тут вообще? Они подсказывают. Да, я тут, я карты-то не вижу. У тебя сколько дам было? Тут нужно от своих карт отталкиваться. Ломак, а может, она одна поиграет? А как я могу тебе сказать, сколько у меня карт? Хорош, вон. Создавай шум, чтобы ничего не слышало. Но если у него была правда 3, и ты сейчас скинула 2, да ломак, да пусть играют сами, пусть сами комментируют. Тихо. Они молчат, блядь! Это хуйло. Попалось. А чё вы молчите-то, бля, просто меня... Я просто её переигрывал. У меня 3 короля. Ну, улети со второй. Ну, конечно. Не работает на тебя это, блядь. Женщины хороши, во лжи запомни. Так на тебя тоже не работает. Пишет женщина, кстати. В прошлой что-то не сработало. Я никогда не обманываю в жизни вообще, это не знаю. Ну, походу, надо. Да. Конечно, не обманываешь ни разу, да? Нет. Угу. Сейчас проверим. Правда скинула? Ну, я сейчас правда скинула ТЗ. 20. Правда, то есть, да? Я всегда по-честному играю и как-то вас переигрываю. Угу. Ладно. Aces. Поверим. Да, бля. Дез, блядь. Как ты вообще... Ну как ты вообще думаешь? Ну пора уже. Я просто... Изи, я против неё не могу играть, она... Ну я не знаю, как она читает. Ломак, чё за... Она нас просто мужики. Я не живу. Она нас просто накуканила сейчас. Ломак, может, ты поиграешь больше одного раунда? Может быть, надеюсь, когда-то поиграю. Мне кажется, я Ломака может законтрить только. Не, сейчас я буду контрить пытаться. Ну давайте, ребят, контрите, а я поиграю в лейте. В лейте поиграю. 2 короля, да, Ломак? Икс. Нам. Как будто уже хуйня с нулевой. Да не, думаю, он с его выиграет, он, блядь, с первого игры вылетал. Так что я ему верю. Но он под тебя сейчас играет, если чё. Я играю, чтобы не вылететь с первого. Так, Ломака кинул 2, ты кинул 2. Да. Кто из нас пиздит? Подожди, а тут колода вообще общая, типа? Или там ещё карты есть? Смотри, всего 6 королей. 6 королей, 6 дам, 6 тузов. Да, поняла. А там а ты сколько еще кинула? Еще 2 джокера. Один? Слайд, а что ты мне скинул? У него какой-то ранг фантом. 2 короля еще. Фантом это хорошо. Как хуя тогда получается? Еще король, блядь. Угу. Да? Что-то у нас королей, а ребята, король? Много. Проверяю. Но у меня тоже король. А вебку ниже можно? Да, можно. Ты носи себе. Это красный, это красный. Хорош товар, хорош товар. Ну, Ломак, ну, пожалуйста, не умри с первой, только молю. Мне кажется, я умру. Фу, блядь. О, ебать. Я знал, что это красное, блядь. Ну, очевидно. Откуда ты знал? Тебе видно, потому что ты ближе сидишь? Потому что это очевидно, колоду посмотрел. Блядь. Ой, блядь. Что, все короли? Угу. Прикинь? То же самое. Не может быть то же самое. Меня? Нет, все короли то же самое, прикинь. Это не может быть, я по одной, я до лейта сижу. Угу. Он обманывает, Ломак, но он как будто обманывает. Ну почему? Ты нахуй ему обманывать, блядь? Пусть они стреляются в игре, делай так. Одну карту, я тут обманывать. Когда твой выбор будет, тогда и думай, сиди тут подсказывай мне. Ага. Хорош, Томат. Хотел опять красный кинуть. Я думал, ну второй раз она же не нажмёт. Вот ты в пиздеже сильно. Сама себя переигрывает. Да потому что вы не нажимаете сами. Не надо это делать. Я. Ты понимаешь, что мы не на первом ходу нажимаем? Интересно.
Ладно, хорошо. Нет, на первом ходу можно нажимать, но просто вероятно, что там кинуть правду. Мне кажется, она напиздела, слышишь? Я тоже так думаю. Прям сходу. Да, Тамар? А у меня туз. Да, что-то... Да нет, там туза, туза там нет. Что-то ты тут пиздишь, ладно. Спасибо. А ты чукинлов? Это уже секрет. Ну мы же не гасим никого, давайте карты выкидывать королей. Он сейчас королеву кинул. Он, я вижу. Вероятнее всего, кстати. Ломак, а зачем ты спрашивал, что я кинул? Ух ты, аж двое. Ты ошибешься, я ошибаюсь. А вон не дохуяли, вот сейчас она настоящий туз кинула, кстати. Лайер! Она... А зачем кнопку... ты? Я кнопку перепутал. Сука, я вместо пробела большим пальцем X нажал, бля. Идиот. Я, блядь, говорю, что у нее туз и нажимаю оспорить. Это Владимир. Фу. Я, кстати, да, в первый раз написал. Да. Сразу видно было. У тебя эмоционал прочитался. Реально? Да. Да. One Queen. Ну, Мак, что ты очень молча играешь? Клавиатура не работает. Тебе игра надо развернуть. Фак! Игру сверни, Фак. Разверни. Фак, работает нормально. Ты, я думал, у меня надо. Может, еще проверь села. Кого-нибудь. Да на первый он не будет пиздец, скорее всего. А может и будет. Пиздил. У меня три дамы, одна из них красная, предупреждаю. Да, и ты ее не кинул. У вас ни у кого сейчас нет красной дамы. Красной дамы, красной дамы нет, а вот по поводу остальных дам у меня огромные вопросы, кстати. Я советую вам проверить эту карту. Нет у меня теперь красной дамы. Я так и знал, блядь. Ты лоски, ч***ный. Маран, напиздела же. Нет. Да почему никогда и красную, ни карту не проверяете, блядь? Почему? Вы только меня будете проверять? А Ломаку, а Лоскича, ну потому что мы не можем проверять Ломаку. Ты под меня ходишь, я тебя проверяю. Так же, как Лоскич под тебя ходит. Ну. А кто Ломаку проверяет? Нет, чат, идите, я не буду ее проверять. Она зубы заговаривает. Мне нравится этот стол, он аккуратен. Хуя себе! Не, он правда сейчас кинул. Осталось, да, у меня последняя. Значит, ты сейчас наврёшь, потому что у тебя нету карт. Да. Все, Лоскич врёт, я сейчас X нажму. Давай, кидай, я сейчас X нажму. Жми. А почему ты не проверил? Дед, жми, говорит, реально нажал. Пиздец. А если бы там красная карта была, блядь? А почему ты меня не проверил, Лоскич, братан? Так потому что у тебя, ты же, наверное, оригинал скинул, я бы считал. Или ты... У меня было три дамы, блядь. А как я вас с черными картой, а? Всех взял на слабо. Ломак, никто тебе ничего не верил. В смысле, так у вас ни у кого не было черной, она же у меня действительно была. One ace. Three. Три туза. Подсвечивается? Просто у меня ни разу не было такого. Че, Ломак? Бля, Ломак, ты не проверил? Нахуя? Пиздец, ты, блядь, гений. Ну, если ты вначале сам выкинул три туза, когда у тебя было три туза, то ты дебилко. Я думал, что ты проверишь. Три туза. Он, скорее всего, я там было три туза, да. А если мне красная карта, я вижу, что она красная, да? Да, она красная будет, а черная. Тамар, это красная? А-а-а. Честно скажи. Нет, у меня не было ни разу еще красной. Лайер! Ну нахуй. Но у меня не было карт, я три скинул, ты не проверил. Под любого хуя это работает, только не под тебя, блядь, придурка нахуй. Да Ломака тебя не проверяет. В смысле, так нет, в смысле не проверяю, проверяю. Там уже не вариант, Ломак, ты проверял бы следующий ход меня? Возможно. Ломака все до какого-то. Да. Потому что я бы одну карту сидит. Кинул. Ну конечно, так потому что мы в начале нормальная карта вылетает у нас. А, вижу красную, да. One ace. А, ты увидела, молодец. One ace. Ребят, меня не проверяйте, у меня красная. Да что ты? Просто а че улыбаешься? Сколько? Потому что у меня читовая читерская карта. Тамар пиздит. А сколько Тамар, у тебя? У меня один туз, я... Сколько уже тузов? Лоскич, а ты напиздел. Да пиздобол, Лоскич, Тамара, ты зачем это сделал? Блядь, да потому что вы мне весь мозг сломали, потому что мы не проверяем на первом ходу, как будто. И душу Лоскича больше. Да по-разному можно. А я вообще души лоха этого. Души сейчас Вову, он сейчас заговорил зубы всем. Охуеть. Ломака, попробуй, давай. Охуели? Ну ты дал... Кого ты слушаешь, блядь? Ай, ну... Так она тебе сейчас сама зубы заговорила, придурочный ты.
All right. Почему вот этот этого типа постоянно ручка трясется вот так, багом? Не знаю, боится. Тамара сама могла вас сейчас проверить, нихуя не сделать этого, блядь, и пизди. Сава Тамара. И пизди. А ты наврал, да? Конечно, наврал, блядь. Ты каждый ход пиздит. Давай, я сейчас тебя проверю. На, Тамар, проверяй. Все, убирай кнопку с пульта, с педалей своих. Я не понял, а что кидаем сейчас? Королев. А сколько кто кинул? Королев. 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 Я не помню. Донатер, давай разрули, пошурши, там YouTube разбани, Discord тоже. Все, давай. Че донатить-то, блядь, так... говорит, я из РКН. Надо делать дела. Наверное, Ломака сейчас честно отвечает. Мне только кажется, у Лоскача красная карта, он не там наврал. Ответки на обращение пришли всем, все по шаблону сделали. Ну, как надо. Так, а ты, Тамар, тебе сейчас наврал. Ой, куда ты лезешь? Летаешь, походу, Вован. Я ебал, это пиздец какой-то, ребята. Всем пока. Пока. Ага. О, живешь. У тебя были красные лоскич? Мне кажется, ты же сейчас не признаешь. Тамара, я тебя, I hate you. Да была, Тамара. За то, что честная. Как честно, это, блядь, у тебя по-честному столько карт может не быть. Ну, то есть это какая-то хуйня. Второй. Ага. Типа, все скидывают. Угу. Словом, игра стала бесплатной, так, прочекай. Ты что, типа, Ломак, так долго продумывал свой ход? Проверь его хоть раз. Да хватит подговаривать. Не, мне кажется, просто Ломак вообще как-то АФК. Нет, я сам хотел проверить, если что. Потому что ты так долго думал, что ты сидел. И ты наебать захотел. Не, я долго думал, потому что карту выбрал вначале, не те. Ой, ребят, красная карта, мне не проверять. Три короля ты скинул, Ломак? А может, ты не будешь пиздеть? Там два джокера. Ладно, тогда верю. А у кого еще два джокера? Нет, он врет, Ломака врет. Все, поднимай. Лоскич, Ломака врет. Да, верьте Тамаре, которая все. У меня пиздит. Три короля просто. Нет, Лоскич. У меня три короля. Шутишь, меня всегда проверяют, а я это сам. Да заебали. Ломак, у меня джокер тоже был, если че. И у меня джокер. Ну ты думаешь, что говоришь вообще? А у меня три короля получается. Три джокера, блин, что ли, было. Ну вы заебали, блядь. Вот живешь. Бля, Ломак, тебе так этот бегемот подходит, я не могу. Дайте Ломаке поиграть. Так он сам, блядь, отвечает какую-то хуйню. Ну, он сам сказал два этих скинов, блядь. А тут можно пересесть, может, как-то? Нет. Я бы сама душила Ломак. На другой стол только. Вот это может правда, кстати. Да это он же правда кинул 100%. Ну не факт. Сейвово сыграем. One king. Да ты что, блядь? Ты чё, нахуй? Ломак, ты сейчас пиздишь. Сейчас не напиздел, кажись. Ах ты! У меня было тоже... Три короля. Сиди, ёпта, с королями, блядь. Давай со второго. Бабе. О, блядь. Three aces. Liar. Опа, нихуя, дважды. Сейчас решила. Спасибо, черная карта только выпала. Спасибо, реализовано. Я как-то это чувствую, реально. Привет. Не, пока нет, я. Улетаю? Нет. Блядь, да пора уже. Лас, хочу только попробуй сейчас пиздеть. Я чувствую. Ладно. Я из Калининграда, у меня все без VPN работает. Бро, так ты почти в Европе. Ты там свой интернет. Пиздит, Вов, пиздит. Прикольно. А что она скинула? Две? Два короля кинула в самом первом. Она, помнишь, говорила, вы мне заговорили, что первый не проверяете. Бла-бла-бла. И сейчас, когда ходила... Я тысячу раз сказала, что я честно играю. Готов очко свое поставить потом, если она сейчас не наврала, и я ошибаюсь. Я после тебя останусь и буду также проверять ее. Ну, я не знаю. Какой я тупловод. Я также проверять я буду. Ты мудак, толстый, сука, фу. Ну так вот, делаешь. Ну а чё ты колешь? Ну я логически повезло. Ну в смысле, я логически подумал, поразмышлял. Ой, Он кинг. Ломак проверил? Схуяли. Вот это... Один король. Один король вызывает вопросы, а вот три хуй проверять не надо, правильно? Ломак, откуда у тебя три короля? Опять два джокера? Два. Да и...
два джокера. Нет, ладно. Один джокер, два короля, ладно. Ты серьезно, блядь? Да он придумал это сейчас. Злоскич, ты придурок, блядь. Я мега умный, ребята. У меня сейчас шанс меньше умереть, чем у вас. Надеюсь, ты сейчас 100% шанс. Да, надеюсь, мы втроем ляжем. А я живой? Что? Два пиздуна осталось. Ты что, тоже уехала? Да. Да, нормально. Уничтожил. А по-другому ее никак не обыграть, пацаны, сори. Сама себя выиграла. Я думаю, ты говоришь по раунду, вот тебе два еще держи. А ломака пизди, два пиздуна сидят, пиздят, и тот, и этот напиздел. Нет, Лоскиш правду дал. Ну все, вот это суд, блять, это пиздец. Мочи тоже еще держа. Париться сколько. Угу. Да, верим, верим. А, проверяй ломаку. То, что нет, они хуйню скинули, что типа YouTube не работает, потому что они сервера не обновили. Это полный бред. Ломак, давай. У меня сейчас стоит, короче, этот прокси через московский сервак. И на нем работает YouTube. А у меня что-то не работает. Тоже в Москве сижу. Для избранных работает. Хорош, Лоскич. А вот реально у кого грудь такая большая, все вот так смотрят? Или никто не смотрит? Зажираются, потому что. Думаю, они за всю жизнь уже насмотрели. Ломак, ты так сидишь, смотришь вниз, сидишь? Ну, вот так. Ой. Да, сижу. Мы с тобой две сестры, да? Но просто у меня грудь побольше. Ой, вернее, две подруги. Как говорится... Почему она меня всегда проверяет? Не разевай роток на чужой медок. Ой, это мое. Ломак, что ты так в карты смотришь? А вас это не должно. Ты если что ходишь там... Да? Вижу. Это я ходил. Наушники по скидонам будут? Я не знаю, не я за подборку отвечаю. Она тоже. Посмотрим. Может, они плагин написали какой-то и всем одно и то же отправляли, кстати, прикол. Думаешь? Да не, я уверен. Ломак, нахуй! Да, пиздобол, еб***ь, иди нахуй. Долго думает вообще. Уже второй раунд. Чё? Чё? Теперь чё? А чё там это? Я ебаюсь, я с первого уезжаю. Фух. Ой, чё я вкинул? Лоскич, проверяй его. Да он наёбывает, я знаю. И ты ему это простишь? Ну ладно. Да наёбывает в плане, что у него нормальная карта. А, типа ещё подбайтил, ну да. Фу, спасибо большое. Да. Наёбывает, что у него нормальная карта. Я кинувший хуй. Куда, блядь? Тамара выбросила нормальная карта, наверное, сейчас. Ладно, ты можешь подменяться. Да, конечно, для России промик. Хорош, Тамар. Бля, Тамар, я тебе... Ну иди ты в жопу, Тамар, ну ты, ну... Тамар, по одной как? Красную можно только по одной кидать, типа. Когда одну кидают, шанс... Я не знал. Я ебал кабана в жопу, а мне не дали сплит, мне отклонили его по причине, я хуйос. Ты прикинь? Ненадежный ты пользователь, нахуй. Красная. Я узнал это, красная? Да, а что тебе делать теперь? Ничего, ждать, чтобы мне офисом всем помогли сплит. Это ну как бы я в состоянии его как бы. Напиздела. Просто банк Яндекса сказал, иди нахуй. Это считается. Ну вкратце, не так, конечно, типа что отклонили. You got me. Видимо, сплитом может быть только Егор. Надо. Додумал. Вот кто из вас наебал, суки вы? Но это не наебал я. Вова. Это Вова. Не я. Это не я. Наебал Вова. Это не Вова я. Наеб... Да, ёп, это не я. Я настоящий скилл. Это не я. Я нормально два короля скинул. Я клянусь, настоящих два короля скинул. Мамой? Значит, у тебя есть немного. Ну я тоже бы поклялся, ты бы спросил. Ну ты, сука, ломак. А ты также ломак скинул? Так я два короля скинул. Два короля и джокер? Да. И у меня нет, два короля и джокер. Просто. Нет, два короля просто. Как у вас может быть два короля, если у меня три короля было? Ну их шесть. Шесть королей. Ну, а вы по два короля скинули. Ну? Ну, так он скинул джокера. Бля, вы все... Да ломак, короче, ломак-то наебал все-таки. Он даже до последнего пиздитка тоже. Бля. Он даже клянулся. Понял, его вообще клянусь. Да идите нахуй, клянусь, я буду клясться, блядь, пиздеть, это вообще бесполезная хуйня какая-то, выиграл такие. А, да, конечно, правда, три, правда, три. Очко ставишь? Ну, проверяй.
Ладно, давай. Не проверяй, не тогда проверяй. Тогда в прошлый раз, когда я сказал... Проверяй, проверяй. Не мать, проверяй, просто проверяй. 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 Реально, проверяй. На понт, на понт. Ну зачем? Воу! Но у меня только черная карта выпала, бля, как мне это заебало. Мне так везет, вообще сосочек. Да ладно, ты почти отпустил Нового, блядь. Нет смысла, нет смысла три карты кидать и такой проверяй, проверяй. Ну типа, я проверю. Я мог три короля вкинуть. Ну так а зачем, типа, кидать и потом с пустыми картами сидеть? Нет смысла. Без сосания сегодня. Всем Роскомнадзор всем сосать запретил. Разрешают сосать. Сегодня Роскомнадзор. Нет, Роскомнадзор сказал, что отбивкой всем прислал, сказал, вы все сосать. Да что ж такое-то опять? Нет, Тамар, не настолько. Тамар, ну это интуиция, работает не так. Тут типа подсчет карт тоже нужен. Красная. Я тебе не верю. Волосы черед, у меня красный. А кто что кинул? У меня вопрос, погодите. По королю мы сломака кинули. Я красный, а он может наврать. Ну ладно. Ну я наебал, я не короля кидал. Прометей вот смотрим. Красная. Я думаю, чат мы Прометей будем смотреть либо 25-го, либо... Но там для сабов будет. Нет, вот красная. Вот сейчас я кинула красную. Сейчас я кинул вот красную. А потом после 4 бесплатно для всех. Я кинул сейчас красную именно. Я кинула красный ломак. Что нет, ты? Я кинул красную. Я кинула красную. Я короля кинул красную. Какой дабл? Бол... Да короля. Возможно, его надо проверить, потому что... Да не, пусть играет. Я кинула. Я значит, красный. Вова напиздел тоже. Ребят, вот красная. Тамар, давай проверяй. Ну, ладно, вот красная. Не, ну вот тогда красная. Чё? Да иди ты нахуй, блядь. Я не пижу, чел. Реально красная оказалась. Реально красная. Ломак. Мог бы и клясться. Блин, я знал, что мне ломака не проверил, потому что я красный выкинул. Значит, он наврал. Подписывайтесь на всех, кто в шапке у меня. Один Майнкрафт играет, другой тоже Майнкрафт играет, а третий вообще стримить не хочет. Найс, короче, имба, мета. Ломака, ты честно. А что плохого в Майнкрафте, не понял. Где мы сегодня будем Майнкрафт? Что же еще? Берите. Два короля? Yes. Нажимай X на яйцах. А чё ты тогда? Это ж пиздёж. Так, братишкин пиздец. Да сука, у тебя все пиздят. Алло, Тамар, послушай нет, себя. Нет, не все. Я не вру. Я тоже не вру. Вы пиздите друг другу, блять, вы понимаете? И так вот, я бы даже кинула больше королей. Ну, больше, да? Позволяет. А чё больше там? Ну кинь больше, то всё-таки. А где вообще... Короли, было. Сука. Так все хуйню покидали, походу, ломали. Все хуйню кинули. Не, у меня просто... Ну, видимо, да, да, видимо, реально все хуйня. Сосать. Сосать Роскомнадзор запретил, осуждаю. Мне можно. Заебали вы с титьками. Ребят, титьки для чата внезапные. Да, тебе можно. Бля, нюдмод хочу. Все, ребят, вайба дали? Все, успели? 5 секунд хватило, я думаю. В реале? Успокойся. В реале? Нет. У меня красная только что. Кто же угомонит? Владимир, реально. Ну, в реале тебя. Меня ломака ни за что в жизни как будто не проверит. Так. Она сразу. Охуеть, две королевы и три еще потом. Ля, может у него жокеры. Скорее всего. Ломака вообще ушел. Скорее всего, кстати. Я могу какую-то хуйню кинуть, он даже не проверит. Проверит. Да, он сходил. Ломака, что за тайминги? А куда я ушел, блядь, не понял. Он в коморке 20 квадратов живет, алло, он уже пришел просто. Владос, на тебе двух, еще двух квинцев. Ну ладно, еще одну. Надо, а ты вообще не намерен, типа, да? Я не понимаю, на обмане меня половить. Потому что я знаю, что у нас тут кто-то другой. Проверь хоть раз, Вову. Да. Да, ну проверяй. Наконец-то. Красава, ну ладно, блядь. Но у меня не было ничего, она меня проверила. В любом случае. Саяна сидит за стол, колет, как вот в этом, в бакшот-рулетке, кстати. Нет, там она просто договариваться пыталась, а тут колет. Да потому что вы не проверяете друг друга, только я как будто проверяю. Это правда, не проверяй, это правда. Кто в крысу смотрит и ни разу в чат не писал, сейчас самое время. А ты пиздишь. Да бля! Лоскич, почему ты напиздел? У тебя ручки трясутся, сука. Да, блядь.
Ебать, сосать. Живу сосать. Это у тебя последний патрон? А, тут один патрон в барабане заряженный, да? Чат, по баннерам переходите. Кто-то какой-то хуй... Там на баннер сплита накрутил уже 400 тысяч переходов. Ого. Из Индонезии. Индонезийцы тоже хотят, чтобы им сплит был. Яндекс.Сплит нужен в Индонезии тоже. Проверь ломок. Да замолчи. Тамар, помолчи 5 секунд, реально. Ну ты очень много разговариваешь. Она не говорит, проверь, когда я хуй кидаю. Ты бы ладно бы что-то дельное говорила, а ты только говоришь, типа, проверь. А, она всегда всем голит, проверь, сама не хуй не проверь, заметь. А говорит, да я больше всего... Что, реально Моник заказал? Во-первых, спасибо, мужик, во-вторых, потом фидбэк дай. Иди нахуй, ломак. Причина? Причина отсутствия карт у меня в руке. Но у меня еще одна была. Я подумал, просто сейчас я пизжу с чатом, и что ты такой под шумок кину, понял? Mm-hmm. Бля, ну хули делать-то, блядь. Пиздит. Пиздит, что пиздит. Если у тебя дама... Угу. Ебать, королев на столе. Да ни одно кресло не стоит столько игровое. А это все хуйня. Они неудобные, все кресла игровые неудобные. Не знаю, мое удобное. Сейчас даже чуть просвечивалось, что у него не дама. Че просвечивало? Да, Вова. Угу. Он мне просто карту кинул, видно. Я заметил. Queen. По-моему, там дама. По-моему, дохуя уже король... Ой, дам. Опа. Откуда? Одна нашлась. Блин, ты до последнего не держал. Везет, блин. Да мы что-то... У нас стол хороший. Ломак, ты мне веришь? Да. Я тебе тоже верю. Не, правда. Это наглое п***больство. Ты... Давай, Ломак. Место быть имелось. Давай, Ломак, отдыхаешь сегодня. У тебя последнее. Да, будь здоров, Ломак. Шанса выжить, спасибо. Я тебе положу конфетки на могилку, а потом съем надеюсь, их. Надеюсь, хоть ребенок стащит. Да, ты думаешь, что дети по кладбищам... Хотя, там Влад Бумага снимал же 24 часа челлендж. Там реально дети ломанулись. Держи, нахуй. Я вот на глазки смотрю, ты крокщихи. Подожди, вот у тебя сколько? Давай затимимся в этом раунде. У тебя есть короли? А у тебя? Мне 2. И один красный. Ага. И один джокер. Так у меня 3, вот короля было. А у тебя ласкич? Фу, бля. Угу. Получается, не осталось королей, скорее всего. У меня хотя сейчас, нет, у меня сейчас вот нет нихуя. Скорее всего, кто-то из вас пиздит. Я все выкинул. Нет, я не вру, значит, лоскач пиздит. Я его проверю. У тебя карт не было, да? Да. Тома, ты написал, я тебя проверю. Ты мне сказала. Он бы сейчас схавал эту хуйню. Я его проверю. А первый ты оригинальный скинул, да? Да. Да не, этого не может быть. Что у меня ноль было. That's brave. Or foolish. На, тоже. Чего? Ой, сейчас... Это пиздеж. А у него джокеры могут быть. У меня джокеры были. Джокер и две дамы. Тогда он не проверил. У него могут быть дамы. Да не может быть, потому у него что... дамы. Бля, Том, ну это пи***ц, ну я ж тебе читаю просто весь стол, нахуй. Ладно, не зарыгнила его сейчас. Ну это что за пи***ц, блядь, женщина, нахуй. У меня красная, одна дама красная, я сейчас кинула красную. Ты ее кинула? Да, вот, я сейчас кинула красную даму. Liar. Погнали. Ты думал, ты так бычок, что ли, легко отойдешь, или че? Ну, давай, слышь, домой уезжай, а я посижу. Ага. Сейчас будет прикольно, если Вова... А, серьезно? Да. Пойдет. Молодец, молодец, мать. Да, то есть... как-то тяжело сейчас будет. Тебе или мне? Тебе, меня обыграть бы тяжело. Я думаю, да. Но я не буду рисковать, я по одной буду хуярить, мне похуй. Я только хотел вам сказать, чтобы мы затимились, я бы не проверял тебя. Ну ладно. А почему ты проверила меня сейчас? Потому что вот... У тебя последний патрон, Вов. А у меня и карты еще не выпали. Да. Ломак, она с***ала выигрывать, надо с ней что-то делать.
Она реально заебала, надо вычислять эту мразь и калечить. Она три раза выиграла, блядь. Это просто пи***ц. Женщины зло. Давайте ластовую. Ладно, давайте персонажей поменяем, а то мне некомфортно. Я хочу за лисичку. Ломаки некомфортные, он сел в свой скин. Вайп имеется. Погоди, это обычный, я, блядь, пикнул, забыл Дэвил включить. А, да. Давайте. Ну похуй, давай обычный, да. Не, хуйня, да Дэвил интересен. А, так ты Дэвил запустил, все норм. А, да? Норм Дэвил. Да. Нет, да? Да, красный был. Карта посветилась. Пробуйте второй режим. Да там сложно, мы так и не поняли, нихуя. Долго разбираться. Там хуйня какая-то. А с костями? Да. Три королевы, ребят. Или рискнешь? Скину. Ну, рискнешь. Да нет, тоже три скину просто. Пиздец, это как? Хорошо, маг. Погоди, а как так-то, блядь? У нас с тобой вдвоем было три королевы? У тебя тоже три королевы у меня было? У вас что, карт нету, блядь? Да, у меня четыре короля, блядь. Я одна дама, нахуй, чёрная. Пиздец, я думал, кто-то пиздишь. А чё ты даму не кинул? Ну, я знал, что Вова сказал правду, думал, что Лоцкич пиздит, потому что Вова говорит правду, он под шумок хочет. Бля, я не знаю, это... Не повезло с раздачей. Нам. А как ты понял, что Вова правду говорит? Он всегда так делает, вначале правду выбрасывает, блять. По кайфу Вове так делать. Зато потом кто-то сыпаться начинает второй, понял? А зато потом карт не остается. Балдеет. Так а чё, типа, зато, ну, типа, это просто с Лоскичем, ему надо кидать нормально. Да он уже научился играть, Вов, не будет, как первый день там, и кидал всю хуй, он типа пропускал. Он сейчас уже все понял. Похуй мне. Врет, врет. Вкинул, да? А может Джокера? Сука. Не, он опять пытается второй раз, чтобы я сейчас забайтился. Не-не-не-не-не. Да он обманул. Нагло наебал тебя. Он настоящий. А Лоскич схавал это. Да, Лоскич, я думал, это будет проще на самом деле. Оказывается, ты от обратного пошел. На, держи. Вот теперь два туза. Ну это наёбка, это наёбка, 100%. Это не наёбка, я три, блядь, отдал, хуйни, блядь, а потом два туза сохранил, у меня не было больше карт. Да пиздит он, как уверен, блядь. Потому что, блядь, он... Да, блядь, иди ты нахуй. А у меня не было всё равно нихуя. Умом, Вов, уже не наебать получается. Вов, а ты три в одном правду выбросил, да? Но он не байтится, блядь. Я не знаю. Я думал, он от обратного будет. Он такой, бля, вот сейчас кинул, вот, когда тут заметили. Никто на это не ебает. Я прогадал, что ты двойную вкинул, блядь. Да я ебал тогда так играть. Согласен. One king. Том напиздел уже. Нет. А что тогда смеешься? Смеется. Ну потому что вы все по королю, я даже. Но нет королей больше. Ну значит нету королей. Вот у меня тоже, да, закончились. One king. One king. One king. Бать, у нас короли, ребят. Ну какого хуя? У меня три короля, когда я кидаю неправду, предыдущую правду, сейчас неправда, потом планирую скинуть. Давай, стреляй. Бля, ты меня так спасла сейчас. У меня, кстати, тоже нихуя не было. У кого ничего не было, блядь. Ломака сидел с королями и не кидал. Блядь, это пи***ц. One queen. Так предупреждаю, меня этот Дэвил. У меня тоже, я как так-то? Дэвил. А как да, нахуй конечно. Так? А, ну да, конечно. У нас у всех Дэвил же, правильно, ребят? Ну, проверяй да. Вову, сейчас он Дэвил кинул, значит. Лоскич, вот проверяй. Это алло, еблан, надо... Блять, вот... Подождите, а что ты сейчас кинул? Дэвил? Да. Ты тоже Дэвил? Вот это Дэвил. Ладно, тогда я жму, если это Дэвил, чтобы все пострелялись. Да ты его убил! Какой ты ган! Ну, если я сейчас, сука, спишу... Контента даю, контента даю! Фух. И вадим одновременно. Ладно, Тамара. Дэвил, прожмёшь, чтобы все пострелялись? Прожму. Правда? Да. А у вас опять Дэвил?
Да. Ломаки. Не прожимай, не прожимай. Нажимай, 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 нажимай. Мы сейчас умрем. Ты крыса. Пиздит. Нет, у меня три эйса, один был черный. У меня три эйса, один был черный. Пиздобол, пиздит. Лосыч, ну смотри, он как отнекивается. Лосыч, ты пиздит же. Ломака правду говорит, он как-то возбудился чересчур. Обычно блять, ну конечно, он пиздит. Так у тебя сейчас карты просто закончились. У тебя карты закончились, вот ты на меня вкидываешь хуй. Да, по-твоему, у меня одна черная карта, да, Вов? Как а то она не сработала. Так ты ее выкинул, ты же сказал. Да, ну Ловчич, какой ты ебаный, блядь. Просто пиздец, покажи яйца на месте, нет? Да, можешь проверить, пососать. Пиздец, просто, блядь. РКН запретил сосать яйца. Да все, Ловчич, на следующем ходу я тебя проверяю, очкошника и... Блядь, а мне кажется, она пиздит. Кстати, да. Я понял. Да я не... На серьезных щах думала, что я кинула туда. Давай с нулевой пора тебе. О, сейчас первый улетел. Блядь, какой проем. Давай. Это реально жесткий проем. Все, ребят, уже не важно, кто выиграет. Важно, что кто-то выиграет один раз. Важно, что кто-то не проиграл. Я один раз тоже выигрывал уже. Но главное, вынесли. Все остальное не важно. У тебя оставались карты нормальные или говно? Нет, у меня говно были все. Так, а теперь снайпить могу. Да, и что там, вопросики у тебя? Вот это круто, блядь. Пиздобол. Ай, блядь, да, нет, я ж хотел не пиздить. А, могу тебе та же хуя. Могу тебе та же хуя. Ты вообще до конца верил, что не допиздил. Блядский стол. Бля, какие малыши. Это два сапога. Мне та же хуйня, боже. А я случайно проверку нажимал, так что забей. Лоскич. Так. Вот так начну. Скорее всего, не спиздил, думаешь, что я сейчас сразу подловлю тебя, да? Проверяй. Хотя ты посмеялся, блядь. Проверяй, прямо сейчас. Тыкай, пожалуйста. Ага. Давай тыкну. Ты обратного хотел, да? Что-то не получилось, Вов. Что-то у тебя не получилось. Сейчас со второй уедешь. Угу. А тоже. Ого, целых три? Тоже? Да. Проверишь? Я думаю, да. Сучка. Сука. Ладно. Let's hope this bunny's still got luck. Да что ты, реально три Исис? Реально. А у меня почему три Исис есть? Ну ты забывай, джокеры еще существуют. А, ну ладно. Вова. И тут такой вариант. Либо он сейчас на финалку оставил, но скорее всего он кинул правильную карту. Мне кажется, у него очко жим-жим. Он по-любому у него карта. Ну, скорее всего. Хорош, Тамар. А я бы... А у тебя не оставалось? Он у него карту сбрасывал, и я бы проверял ее автоматически. Как бы он бы мог меня два раза подставить просто. Поняли, в чем прикол? Следующая карта у него последняя, у меня автоматическая проверка. Мне нельзя было в любом случае. Ой, не могу у тебя в чате писать. Тебе надо, оказывается, учетку подтверждать. Сейчас бы стример без подтвержденной учетки. Ну, понятно. Дец, блин. Вот так вот. Как тебе? Че ты молчишь, Вов? Бля, я вообще по жизни без рейдов. На этом скине не проигрывает, короче. Ну такая сучка, да, я. По-моему, просто кто-то стрим включил, сос. Какой стрим? Ты че, ебанулся? Не нахуй так делать.